Привет всем! Привет на канале Wheels for Life, Усть Каменогорск, колеса для жизни. И мы проедемся с вами сегодня по улицам Металлурга, Бажова, Промышленная. Вы сейчас это видели по карте. А от Касцинка завернем снова на Промышленную, выйдем на Бажова опять. К Дому культуры строителей посмотрим, как он сейчас видоизменяется. И выйдем на проспект Абая. Вот такое вот у нас сегодня небольшое путешествие по городу Усть-Каменогорску. Такое было превью. Ну что ж, мы с вами уже на проспекте, свернули с проспекта Назарбаева на улицу Металлургов и двигаемся по ней. Сейчас это вот сейчас бывшая улица Ворошилова, ныне Шакарыма, и мы едем дальше. А улица Металлургов одна. Ну, я не скажу, что она старейшая улица, да? Старейший все-таки город был у нас, ну, на том берегу Ульбы, и там он основался. И крепости. Старейшая улица, кстати, улица Большая называлась, потом Кирова Чехова сейчас называется. Надо будет как-нибудь снять об этом видео. Но улица Металлургов, она как бы самой символизирует город Металлургов, как называют Усть-Каменогорск, центр металлургии на востоке Казахстана. И была построена в 50-х годах. Параллельно две улицы строились, Гоголя и Металлургов. Гоголя строилась для работников свинцово-цинкового комбината, а Металлургов для работников Ульбинского металлургического завода. Вот как-то так. Ну, мы с вами вот едем. Улица довольно-таки старая. В этом году обещают поменять асфальт. Пока он в очень плохом состоянии. Ну, а с левой стороны вы видите... Мы сейчас проехали, это бывший спортивный стадион, который пришел в полную негодность и уже там нечего эксплуатировать, грубо говоря. Ну вот в таком состоянии, вот такая вот улица Металлургов, но при этом она остается такой уютной, зеленой улицей, двухэтажные, трехэтажные дома, такой свой вайб, Усть-Каменогорский. Очень интересный район, вот Гоголя, Металлургов, улица Краснознаменная, ну прямо вот такой вот аж до эмоций, до таких вот. Ну а мы тем временем, пока у нас были эмоции, выехали на улицу Бажова. Это на Гоголя был поворот. И едем по улице Бажова. Кстати говоря, самая длинная улица в городе Усть-Каменогорске, если не знали. Улица Бажова. Она идет от аэропорта и до перекрестка, на котором мы сегодня с вами побываем, конечно же, с проспектом Абая. Но когда-то, вот, кстати, улица Стахановская сейчас была, когда-то, я это помню даже, она называлась Новошкольная, проспект Абая. Представляете, какая память хорошая. Ну вот мы с вами подъезжаем к перекрестку с улицей Промышленной и Белинского и поедем к ныне Касцинку. ТЭЦ, Касцинк, когда-то это свинцово-цинковый комбинат, который и дал начало этому району, по которому мы сегодня с вами и поедем. И вот эта улица Промышленная, где так называемая стройплощадка, до сих пор живут люди, по ней проедем. Ну и, как я уже сказал, улица Металлургов, улица Гоголя. На моем канале есть видео по улице Гоголя, мы катались. Ну а пока вот эта вот улица, видите, отремонтировали, расширили, свежий асфальт. То есть здесь вопросов нет. Единственный вопрос у меня, честно говоря, каждый раз проезжая по этой улице, почему нельзя сделать нормальную стоянку для работников ТЭЦ и Касцинка. Вы сейчас увидите, машины стоят просто на грунтовке, на земле. И это вот сегодня солнечный день, когда время съемки. А когда после дождя, или по весне, или по осени, работяги ставят свои машины в эту грязь. А куда деваться-то, куда ставить? Некуда ставить, стоянки-то нету. Ну вот, вот видите, пошло дело с правой стороны. Куда как могут, туда и ставят. С левой стороны там вот есть стояночка, но ее явно мало. Но справа же можно здесь заасфальтировать, по идее. Такую вот большую стоянку сделать, привести там все в порядок. Вот она, вот это место. Видите, сколько машин? И слева он под деревьями стоят.
везде стоят, люди-то приходят, приезжают на работу, но почему-то вот не заасфальтировано, не знаю почему, это из года в год, вот, ну как из года, по жизни это можно сказать, это всегда так было и есть, но надеюсь не будет, может рано или поздно, ну скинутся ТЭЦ и Касцинк и заасфальтируют этот участок. И все. Ну или городские власти, может быть, все-таки посмотрят на это место. Все-таки это и относится к городу же. А тут как бы работает большая часть. Ну не большая, я говорю, это самое. Ну а градостроительные комбинаты, так скажем. Градосодержательные. Ну ладно. Мы на перекрестке от Касцинка уже тем временем повернули опять и едем на стройплощадку. Здесь жили первые строители свинцово-цинкового комбината. Отсюда все и начиналось, так скажем. Тоже такой, вот до Саав проехали, такой район со своим тоже вайбом. Весь зеленый, слава богу, вот они, деревянные бараки пошли. Люди до сих пор в них живут, а куда деваться людям? Тут, конечно, газик, экология не к черту, прям скажем. Вот так вот проехать, только посмотреть. И все, ну жить здесь, конечно. А куда деваться, люди живут. Ну вот, видите, вы справа видим. Вот такой вот микрорайон. И мы сейчас приблизимся с вами к Дому культуры строителей. Есть видео, где я только что вот напоминал про улицу Гоголя. Я там показываю ДКМ, Дом культуры металлургов. Там рассказывал в том видео, что мероприятия в моем детстве там проходили, концерты всякие, школьниками туда ходили. Ну и вот ДКС, Дом культуры строителей. Здесь тоже проходили всякие мероприятия. Я в 16-й школе учился тогда. И мы сюда постоянно ходили по улице Смирнова. То маршировать, то еще что-то. Вон, видите, как сейчас его ремонтируют? Наконец-то. То он, конечно, пришел в такое запустение полнейшее. Уже обвалился весь там. Все. Ну, взяли за его ремонт. Не знаю, может, кто-то выкупил. Или это государство ремонтировать решило. Кому эта идея в голову пришла хорошая. Но реставрируют, реставрируют. Снаружи. Не знаю, как внутри. Ну, может, будет использоваться рано или поздно. А что бы нет? Ну а мы тем временем снова на Бажова с вами. И вот здесь вот Бажова у нас заканчивается. И мы сворачиваем с вами на проспект Абая. Сейчас он называется, ну как его, 31 магазин. Да-да-да, 31 магазин. Почему-то 31, кстати, называется. Кто знает, напишите в комментариях. Не знаю, всю жизнь его знаю как 31 магазин. И все, почему, не знаю. Ну что ж, вот такое вот у нас получилось видео по городу Усть-Каменогорску. Мы с вами проскочили просто на одном дыхании. Приближаемся к перекрестку с проспектом Шакарыма, как это было показано в начале на карте. Первая горбольница виднеется с левой стороны. Ну я с вами прощаюсь, желаю всем здоровья, мира и всего хорошего. До новых встреч, пока-пока.